Так, теперь надо ломиться внутрь. По старому доброму обычаю, конечно, через верх, скорее всего. Я так думаю. Мне так кажется почему-то. Видимо, не через верх. А у него здесь неплохо, смотрите, устроился как, а? Хотя недостаточно безопасно. Shakur didn't want visitors. Shakur shouldn't have sabotaged the fence at the fishing camp. What? What are you talking about? That wasn't Shakur. That was Gas Mask Man. You're Gas Mask Man. Me? You're insane. Why would you think that? Because you're wearing a gas mask. But you have been tricked, my friend. This saboteur was an imposter who makes himself to look like me. So you will be angry at Shakur. But Shakur knows who did this. Shakur saw him without his mask. So you're saying you saw someone disguised as you? I watched him from behind the rocks. He did not see Shakur, but Shakur saw him. Well, then Shakur better tell me who it is. No. My information is far too valuable. If you want to know what Shakur knows, then first you will tell me. Then I will tell you. We're not negotiating, Shakur. Of course not. Shakur tells you what to do, and you must obey. Now, obey Shakur. And what exactly does Shakur want? There's a lake nearby. My treasure bag fell out of the boat and was lost in the water. You must be like a fish and bring it back to me. Можете бабу мертвую принести? Я ее тут недавно выловил недалеко. Что, у тебя дома ничего нет? Ничего нет. Ладно, поплаваем. Начинается Far Cry какой-то прям. Зараза. Вот увидь здесь что-нибудь. Особенно в лучах заходящего солнца. А ведь правда сейчас ночь будет уже. Ну вот там что-то катер, что ли. Может, это его катер как раз и есть. Весь экран в мыле, ни черта не видно. А, нет, это тачка. Это тачка. Не, ну, ребят, вам не многовато ли? Я нифига не вижу. Ну и муть здесь развели. Смотрите, сколько мне предлагают обыскивать. Что за жесть? Катер, 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 катер. Вот. Отличненько, просто. Просто отличненько, я бы сказал. Сколько времени? 20 ровно. Ну, так я ничего не увижу. Вот именно когда в таком освещении вода находится. На что тут рассчитывать? Да какого черта яд слетел с машины? Вы там себя нормально чувствуете, господа? Я ничему не удивляюсь, но какого черта? Веселые поиски наугад. Ага. Весло. Ну вы поняли, да? Вы поняли, что там даже с фонариком ни черта не видать. Ну хорошо, что я здесь нырнул, окей. Да, я понял, я здесь еще покупаюсь, от нефиг делать.
поищу для психа его драгоценности. Вижу. Так. Да зараз, ты что, не набрал воздуха, что ли? Потрясающе. Я как кит прям. Пеленгую ультразвуком, скажем так, я не знаю. Ну, трындец. Так, все, срочно валим, потому что... Вы видите, почему? Он еле-еле плывет. Слабачина. Бегать нормально, вот плыть еле-еле. I've got your bag. Why couldn't you get it for yourself? Shakur can't swim. Now, first the bag. Then I tell you who is Shakur and Buster. All right. Okay, Shakur, tell me what you saw. First, даже сумку, как будто кожаную сделали, как она там мнется, видели? Then he puts on a mask. Then he sneaks back to the gate, but now he is very noisy, so the guard would see him. Then he cuts the lock and runs away. Did you recognize him? He looked crazy to me. Nothing like Shakur. But do you know who he was? То есть любой нормальный человек, да? He's one of the fishermen, the one who's disguised as Shakur. Right. I'll check it out. By the way, Shakur, what was in the bag? My air. My precious clean air. No, I can breathe again. Отлично. Чудная ночь. Чудный свежий бриз. Да хватит зависать. Так. Продолжаем, потому что подвисло. Ну что делать будем? Что будем делать? Довольно удобная безопасная зона. В принципе, здесь еще дом такой двухэтажный. Заманить бы сюда этих говнюков бы. И был бы шикардос. Ну или просто кого-нибудь порубить. Ага, вот товарищи зомби. Окей. Начнем. О, понятно. Понятно. Сейчас прибегут злопыхатели. Инфицированные. Да-да-да, я понял, что был неправ. Ну вы орете, ну как бы это... Эффектус какой-нибудь будет? Вон там бегут, по-моему. Кто-то топает, кто-то бегает. Нет, они просто топчутся на месте. Понятно. Ну, идут сюда, конечно, потихоньку, но это, я думаю, не стоит внимания какого-то особого. Господа! Да-да, сюда идите. Идите сюда, правильно. Накололи дурачков. А вот там уже ходит товарищ пострашнее. И там ходит товарищ пострашнее.
О, ну-кась. Не, блин, надо было проверить эти шипы. Но они, видимо, ничего не делают, потому что... Хотя нет, я об эти тоже как бы не могу убиться, правильно? Да. Ну-кась, ну-кась. Эй, господарь. 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 Блин, в тоннель пошли. Причем двое. Иди сюда. Правильно, молодчик. Давай, 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 давай. Догоняй. Ах ты, тварь. Ага, вот так вот тебе, скотина. Ах ты, зараза. От второго я не успел свалить. У меня то отнимаются очки, то не отнимаются очки. Фиг поймешь. Так, ну я надеюсь, я ушакура. Ну как, не у топака, ну как бы, просто ушакура. Нет, я не ушакура, здрасте, до свидания. А почему я не ушакура? Мне интересно, почему я на этой бензоколонке? Интересные люди вообще. Почему меня переместили на бензоколонку, если все как бы нормально? Я не знаю. Что у них в голове? О, здрасте, ребят. Ну, как-то надо быть покультурнее, что ли. А, понятно. Хорошо, сейчас, секунду. Спасибо, подождали. Уже уважуха. Да уберись ты нафиг. Тебе тоже пинок, дружба. И тебе. Здравствуйте. Ха-ха. Вот так. Так, здесь еще и разные степени преследования. Ну офигеть теперь. Прям GTA какая-то. Вон, видите, рядом с радаром левее ромбик мигает. И у него еще три, по-моему, стадии, да? А че вы такие злые-то? Че? Дерганные все. Дерганные, злые. Давай вали правильно в свой Ашхабад. Ой, я промахнулся, извиняйте. Больше такого не будет. Зато здесь фонариком можно светить. Чё ты застрял-то? Застрял? Застрял? Не очень-то он и застрял, я могу сказать. Но я ему наподдал. Блин, вот он один был, хорошо было. Был один, было хорошо. Вот теперь их два. И они меня замочат. Так, я и ловкость, и силу повысил. Хорошо, давайте посмотрим, что там. Эксперт боя, станьте экспертом боя. Вы получите еще больше выносливости и доступ к набору добиваний. Ха, ну конечно, конечно. Но вот этот набор добиваний, как бы... Нет, это прочность, это легенда боя. Понятно. Уровень 12 требуется, а у нас сколько, какой уровень? А у нас какой уровень? А, у нас уровень 12, а требуется... А уровень требуется 24. Нормально. Нормально еще фармить. Таран. При правильном расчете времени удар на бегу наносит большой урон первому врагу. Кроме того, увеличивается дальность удара на бегу.